Ну что, друзья, всех рад приветствовать. Пандос FXH на связи. Приветствую всех из Индии. Именно на индийском аккаунте я буду играть в этом году, потому что EAFC выходит раньше, чем у всех. Конечно, в Новой Зеландии там на боксе уже вышло. 5 минут. 5 минут осталось до нового сезона. EAFC 25 запускается. Фиферский Новый год, как говорится. Так, ну-ка, это что такое? Заставочка какая-то. Футбол — красивая игра, тактика. Да-да-да, спасибо. Что еще расскажешь? Очень интересно. Вот так вот Зидана встречает, что-то попиздел, похуйникс, как говорится. Ух, Фафана нас встречает, ребята. Фафана, да не тот, блять. Так, вот он, наш легендарный состав. О, Адама Траоре, ребята. Будет в каждом составе, чекайте. Так, Вингер плюс-плюс. Инсайд плюс. Так, роли игроков определяют мышление, поведение и перемещение игроков без мяча. Все роли имеют четкую направленность. Сотрудники eSports. Здравствуйте. Хотим сообщить, что вы набрали достаточное количество очков для прохождения финала. Спасибо, сотрудники eSports. Ну и мы с Честером, друзья, хотели бы вам напомнить о моих спонсорах, которые поддерживают каждый мой видеоролик. А если вы еще перейдете по закрепленному комментарию в мой телеграм-канал, вы можете получить отличный бонус у моих партнеров. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А еще, друзья, в этом году я переезжаю с Турции в Индию. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Это регион в PSN. Там в этом году цены более кайфовые. У меня в магазине вы можете приобрести все по отличной цене. Опять же, ссылочка в описании. Ребята, герои! Сразу же дают героя. Ой-ой-ой. Интересно, интересно. Ячейка развития мощного удара плюс. Давайте откроем. Не знаю, что это. Короче, можно кого-то развить с мощным ударом, видимо. Так, яшники тут сразу толкают формы по 1000 поинтов. Первый пак в EFC, и он меня встречает вот так вот, Савич. Блин, ну анимация крутая, мне очень нравится. Вот это вот, то, что там двигается. Там наверняка еще под музыку все это двигается. Я этот звук отключил нахер. Блин, ну интерфейс как будто бы быстрее стал. Это волкаут, я пока в волкаутах не шарю. Там кто-то идет, ЦЗ, испанец. Ла Лига, кто это? Кто это идет такой красивый? А почему рейтинг 80 отображается так, как будто бы это что-то невероятное идет? Как определять волкаут? Нет линии, есть... Короче, нужно, чтобы вот такой треугольник загорелся, ребята. Такой треугольник загорается, значит, есть волкаут. Все. О, сразу дали мне флаг Кот Дивуара, спасибо. Это что за змея? Что за змея, блин? Да, это Девриш. А что за змея? Это что за клуб такой? Это Интер? Найс, люди живут. Пеле уже кому-то упал, лол, чё? Хочу с плашкой открыть героя. Я не знаю, получится ли у меня грамотно это сделать. 73 физуха, ребята. Защита 74. Дриблинг 81. 90 передачи. 82 удара и 81 скорость. Ну, не знаю даже, чё это. Чё это может быть? Вот по статам я смотрю, как будто бы... Ну, как будто бы и норм, а вроде и хз. Короче, я не знаю, кто это. Кто это, блядь? Что это, блядь? Кто это? Вот мой первый герой, друзья. Луис Суарес. За Луиса Суареса можно даже первое время поиграть, я думаю. Ну, я думаю, рано или поздно у него будет эта карточка, флешбэк какая-нибудь крутая. Какие-то промики, ребята, ничего себе. Опа, она может что-то стоить, она быстроногая. Опа, вот и бабки первые, 6000 монет. Новый сезон фифки открыли. Сиди, о, волкаут, это волкаут, ребята, я увидел треугольник, ЦП. Или нет, подождите, или это не волкаут? Кажется, волкаут. Ливерпуль, это МакАлистер, это же волкаут? 86, отлично, ребята, первый волкаут, ура, встречаем. Овациями, аплодисментами. Это МакАлистер. Опа! А вот это хороший дроп. Сюда. Пока что самая дорогая карточка. Решфорд, здравствуйте. Он там под какую-нибудь эволюцию подходит, кстати. 78 пейс. Что с тобой стало, бро? Летим дальше. О, волкаут. Это волкаут. Правый вингер, Бразилия. Кто это? Рафиня. Или кто? Реал. А, Родриго. Лол, это хорошо же. Родриго 86, сюда. Вот это хороший дроп. Я уверен, что эта карточка наверняка что-то... А что у него нет плейстайла плюс какого-нибудь? Хорошо, идем. Ребята, я богат. 150 тысяч. Ничего себе.
Хорош, хорош. Так, пока продавать не буду. Пока продавать не буду. Он наверняка подорожает. Охеря, что у него по звездам? 4 на 4. Опа, еще один Решфорд упал. Так, вот этого Решфорда уже можно продать, не? Или оставить? Игра только вышла, она уже зависла. Че, привыкаем, привыкаем потихонечку, ребята. Недолго музыка играла. Мы целый час продержались без зависаний. Головин нам упал, друзья, из Лиги 1. Здорово. О, Информ. Это Информ? Что-то новое, что-то темное такое, ЛП. Германия. Это же Информ, друзья. Я же не ошибаюсь, это женщина какая-то. Это Бухль. Это Бухль, друзья. Вот так вот выглядит Информ. Ебать, что у нее с лицом? Она в ахуе просто. Еее, первый Информ. Сюда, Бухль. Даже не волкаут, блядь. Бля, ну оформление охуенно выглядит. Подобное оформление было в игре Deus Ex Human Revolution. Черно-золотистые треугольники вот эти. Посмотри, спиздили, блядь. Я думаю, это не совпадение. Наверняка будут требоваться информы. Единственное, вот в как... О! Волкаут. Форвард. Норвегия! Это кто? Это холод? Холод, блядь, нихуя себе! Ебать, что? Что? Мне холод упал, ребята. Как вам такое? Ебать. Сюда, вот это вышка. Здорово, заебал, блядь. Я, блядь, думал, это Хейгибер какая-то выпадет. Ебать. Ничего себе. Начало положено, друзья. Начало положено. Продаваемый Холланд, блядь. Охуеть. Продавать, не продавать, ребята. Вот уж сложный вопрос. Есть эксперты в чате? То есть у меня самый высокий рейтинг упал, да, получается? Мбаппе 91, Родриго 91, Холланд 91, Бонмати 91. Бля, это мог быть Мбаппе. Ну ладно, выебываться не буду. Едем дальше. Едем дальше. О, ебать, там Кукарелли. Я его сразу вижу за километр. Я сразу за километр... А, нет, это не Кукарелли. Ладно. Я почти угадал, ты гиндузи. Оказывается, есть еще один такой шевелюрный. О, придумал рубрику в игре, короче, угадай игрока по модельке. Пак открывается, и ты издалека должен по силуэту угадать, кто это. Опа, Тимо Вернер. Чисто гипотетически, он же может что-то стоить? О, волкаут, вратарь, бля, ну вратарь, волкаут, это сразу, это Мартинес, да? Это Мартинес. Ну, еще один волкаут из пака 150 фапоинтов. Это Мартинес, 87. Кстати, он может что-то стоить. Хуя он бегает там. Сумасшедшая анимация какая-то. Надо с кубком анимацию, да-да-да-да. ЛЗшник с неплохим пейсом. Опа, 8 тысяч стоит, нормально. Плюс еще один игрок. Наверняка из-за того, что мы... О, волкаут, еще один волкаут, форвард. Норвегия. Блять. Ай, было бы хорошо, если бы еще один Холланд упал. Это Хегерберг. Бля, ну везет мне на норвежские флаги. Скажем честно. Еще один волкаут, опять Норвегия. Бля. Прикиньте, опять Холланда поймать сейчас. Но это было бы слишком хорошо, да? Кто не нужен, наверное, блять. Что произошло? Блять, Найс собрал пак. Блять, что с этой игрой? Она только вышла, я просто пак собрал, все зависло, блять. Чё за хуйня, блять? Игра только вышла, блять. Я просто СБЧ собрал, обычное СБЧ, блять. Опа, Рафини еще выпал. Вот это неожиданно было. Вот это было неожиданно, кстати. Я вообще не думал, что он прям столько стоит. 30 тысяч монет. Это Информ или мне кажется, или я в глаза долблюсь уже? Опа, второй Информ, ребята, второй Информ нам падает. Чамберс, кто ты такой? Понятия не имею. Опа, Брандт 85 еще упал, пойдет. Ну Найс, блин, игра вышла, опять баги. Смотрите, я на нунише, да, нахожусь. Нажимаю треугольник и мне охотника показывает. Нормально? Нормально, блин, игра? Нормальная игра? Нормальная игра, цены? Ну типа окей, все. Вот он, ребята, великий Антони. Это карточка, которая имеет одну звезду на слабой ноге. Вот если бы я был футболистом, ну ладно, у меня бы ноль, наверное, было на слабой ноге. Просто играть за карточку и принципиально хуярить правой.
Бля, это тип на Азара похож, или я в глаза уже долблюсь. Он же похож на Азара, пацаны? Форзяра поймал. Где Форзяр? А, ебать, реально. Я реально похож. О, Информ. Это же Информ? Или я долблюсь в глаза? Вратарь, Аргентина, Лига 1, Макдональдс. Это же Информ. Или я долблюсь в глаза? Или нет? Или да? Нет, я не долблюсь, это третий Информ. Сюда рули. 82 рейтинг, это еще 10 тысяч монет. У меня уже 3 Информа, друзья, в клубе. Ничего себе. Так, и это кто? Это кто? Это Коршавый, Бача, кто там? Коршуня. Это я уже после стрима сидел, что-то щелкал, открывал. Так вот и дощелкал 60 тысяч поинтов. Так, ну и что, давайте подведем итоги. Суммарно 60 тысяч поинтов потрачено, даже больше, изначально у меня 65 тысяч было. На чистом квикселе мы накопили почти 600 тысяч монет. И имеем вот такой вот составчик. 6 волкаутов, если я ничего не попутал. И 3 информа еще упало. Ну, самый дорогой тип это, естественно, Холланд. 400 тысяч стоит. Пока вот в раздумьях продавать, не продавать. Конечно, с героем. Конечно, с героиней, точнее быть, не очень повезло. Но, в любом случае, затестируем. Родриго также будем тестировать. Я думаю, следующий ролик у нас уже будут геймплейны. Если вы хотите, чтобы он поскорее вышел, то от вас я жду 6 тысяч лукасов. И геймплейчик не заставит себя долго ждать. А с вами был я, Пандос Фиксач. Такой вот первый врыв в EAFC. Как мне кажется, очень удачный. Да, потрачено было много денег. 60 тысяч поинтов. И при этом еще на квикселе мы накопили 600 тысяч. Сейчас буду думать, кого же прикупить. Я на самом деле думаю уже Стиви Джи, может быть, прикупить, пауэршотики затестить. Что думаете?